На этот раз были приглашены ученики 1 класса гимназии номер 8. Сотрудники почтамта помогали ребятам правильно написать поздравления и адрес. Я взяла открытку, у меня не получилось. Я взяла другую открыточку и написала: «Мама, я тебя люблю». Первоклассники старались. Все они не так давно познакомились с буквами, поэтому быстро писать не получалось. Выводили печатными буквами слова, чаще это были именно признания в любви. Наши детки учатся выражать свои эмоции, хотят поздравить своих мам с днем мамы, пишут им добрые, ласковые слова. Тем не менее, учатся пользоваться услугами Почты России, заполнять открыточки, конвертики.